Здравствуйте, я мама Саши Мельникова. Это видео я снимаю ради своего ребенка. Я обращаюсь ко всем, кто может помочь за помощью. У меня Саша родился 9 октября 2007 года. В 2008 году ему поставили инвалидность. Наш диагноз был ДЦП, правосторонний гемипарез, поражение центральной нервной системы. У нас очень плохо развивается правая сторона. И я делаю все для того, чтобы мой ребенок был здоровым. И это различные ЛФК, это массажисты, это и психологи, и логопеды работают, и дельфинотерапия у нас была, и в бассейн мы ходим. Сейчас он стал кататься на велосипеде, но мелкая моторика очень плохо восстанавливается. Ребенок у меня очень общительный, очень любит общаться с другими детьми, добродушный. Ну и очень имеет много друзей во дворе, так детишки его любят, не отталкивают, то есть его вот болезнью, заболеванием. И хотелось бы сейчас вот съездить в школу добеженных для того, чтобы вот достичь далее, дальше работать, более максимальных результатов достичь. Вот сейчас хотим съездить в школу добеженных, это город Сочи, там выставили счет на 75 тысяч на лечение. Но, к сожалению, я воспитываю ребенка одна, и у меня нет таких материальных средств, чтобы вот оплатить такой счет. И я благодарна всем, кто откликнется на мою беду, на мою просьбу. Спасибо вам большое заранее.